Друзья, всем привет! С вами Частная Винокурня. Сегодня у нас на обзоре самогонный аппарат Organic 2. Любезно его предоставила компания Геликон для обзора. Вот в такой вот небольшой, практически небольшой упаковочке. Давайте распечатаем, посмотрим, что у нас здесь находится. Многообещающий бюджетный аппарат, но со своим фаршем. Давайте посмотрим, не будем торопить события, что у нас здесь есть. Пришел он буквально 2 дня назад. Транспортной компанией «Деловые линии» был доставлен. Поэтому хочу вместе с вами сделать маленький обзор. Итак, что мы видим? Здесь у нас упаковочка. Талон на сервисный гарантийный ремонт. Есть здесь инструкция для начинающих самогонщиков, как крутить кран, поставить сюда же термометр. И вот инструкция эксплуатации в полном сборе, отпечатанная, с чего он состоит и как нужно все выполнять. А также здесь есть домашнее самогоноварение, лучшие рецепты мира. Друзья, давайте посмотрим, что находится в этой упаковочке. Здесь, вероятно, находится сам перегонный куб на 15 литров. Здесь же находится кран. Вероятно, он с крышечкой. Так, дальше идет это поворотный угол с ламповым соединением на 2 дюйма. Так как царга здесь должна быть стеклянная на 2 дюйма. Это тоже есть. Еще что у нас есть здесь? Здесь фальшдно, щелевое сито. Друзья, это как нельзя лучше подходит для перегона. Брак, друзья, густых брак. Так, это у нас, я так понимаю, модульный бак. Это модульный бак, наставка на 10 литров. Это вот дополнение сюда. 15 литров плюс 10, получается 25 литров. Еще идет в комплекте у нас царга. Царга на 2 дюйма, если вы видите, здесь отмечена царга. Ну и она у нас где-то в районе длины 40-50 сантиметров. Ламповое соединение. Итак, друзья, вот это все находилось в этой чудесной маленькой коробочке. Сейчас я все распакую и все вам покажу. Ну что ж, я разобрал полностью коробочку, освободил все части самогонного аппарата от пупырчатой пленки. И что мы видим, друзья? Видим мы такой жирный фарш. Нам предоставил производитель самогонного аппарата. В общем, не бюджетный, а полностью в комплектации, какой он должен вообще-то идти. Стоимость такого полного аппарата жирного будет стоить около 15 тысяч. Так, ну что ж, теперь по бюджетному. Что вы получите за 7850? Это, друзья, перегонный куб получите на 15 литров. Внутри вот такая вот зиговочка. Она сделана для того, чтобы сюда установить фальшдно. И можете спокойно перегонять густые браги. Это мне очень радует, друзья. Это очень радует. Фруктовые браги, зерновые густые браги нуждаются вот именно в таком фальшне. Так, к нашему на 15 литров кубу перегонному идет вот такая вот прокладочка прижимного хомута. Силиконовая прокладка, внутри стоит нержавеющее колечко, что способствует удерживанию в ровном положении вот такой силиконовой прокладки прижимного хомута. Идет купольная крышка, друзья. Что радует? Радует действительно купольная крышка. И крышка на весь объем самогонного аппарата. Его легко мыть. Абсолютно. Отверстие очень большое, широкое. К
крышечка купольная тоже позволяет брагу наполнять фактически до краев. И у вас не будет ни захлеба, ни брызга у носа. Здесь есть достаточно места, чтобы брага кипела и потихонечку выделяла пары спирта. Здесь, как я и говорил, стеклянная царга стоит на 2 дюйма. В ней стоит штанга с чешуйчатыми тарелочками. Чешуйчатые тарелочки, друзья, отверстия в тарелочках, они направлены в разные стороны, что гарантирует якобы такое вот зигзагообразное испарение, тем самым будет у вас барботаж. На крышечку идет прижимной хомутик такой. Идеально. Вот такие соединения крышек с самогонным аппаратом, именно с кубом я имею в виду, очень мне нравится, что есть вот такой прижимной хомут. Не барашки, не барашки. Здесь стоит у нас аварийный клапан, так сказать. Это тоже очень радует. Вдруг что-то нештатная ситуация, клапан этот обязательно сработает. Это клапан сброса давления, если быть точнее. Ну и сюда же идет, друзья, соединительная такая трубка, назовем ее поворотным углом, с соединением ламповым на 2 дюйма. И холодильник. Холодильник достаточно большой, длинный я имел в виду. В нем находится 5 трубок. Производитель уверяет, что они спиралеобразно, вот так вот свиты. То, что вода будет по спирали подниматься и полностью охлаждать пары спирта, и тем самым повышается на 23%, так сказать, коэффициент охлаждения вашей пары. Вот так вот это все ставится. Ставится через прокладочку силиконовую. Через кламп, кламповый, хомутик кламповый есть. И, пожалуйста, ваш бюджетный аппарат полностью готов, друзья. Готов. Я считаю, что за эту сумму, в принципе, бюджетный аппарат лучше и не надо. Удачная, я считаю, конструкция, удачная. Как бы респект производителю. Так. Ну, а в нашем комплекте что идет? В нашем комплекте идут еще кламповые хомуты, 2 штучки. Это для дефлегматора. Идет дефлегматор на 9 трубок. Надеюсь, он себя оправдает. Ставится он, может, сюда ставится. Вот в таком вот варианте я считаю, что действительно барботаж может происходить. Потому что флегма будет остывать, стекать, и тем самым здесь будет происходить барботаж. И также сверху поворотный угол соединительный. Также соединяем холодильничек. И работаем. Вот это уже как-то более серьезный. Ну, не знаю, посмотрим. Мы попробуем и так, друзья. Вот, попробуем так и так. Это уже идет в дополнение. Идет еще царга на 45 сантиметров. Тоже 2 дюйма на клампах. Все сделано. Так что увеличивать можно его. А сюда вот на стеклянную царгу ставим царгу. Ставим сюда деф, дефлегматор. И ставим, пожалуйста, поворотный угол. У нас получается буквально прям полная, так сказать, колонна. Так что вот такой вот интересный аппарат нам представил на обзор производитель самогонного аппарата Organic 2. Что не радует? Действительно, что не радует или радует больше всего? Это еще одно дополнение к самогонному нашему аппарату. Это модульный бак, который ставится сюда, зажимается также прижимным хомутом. Здесь тоже есть прокладочка, ставится крышечка, и наш самогонный аппарат получается на 25 литров. Уже 25 литров. В принципе, здорово, здорово, друзья, мне, и правильно, мне нравится. Так, что у нас еще есть, друзья? Сейчас я покажу быстренько, что нам производитель сюда положил. Итак, ламповые соединения. Здесь есть штуцер. Вот такой алюминиевый штуцерок. Он на резьбе вкручивается в ваш смеситель. И, пожалуйста, выходит сосочек для
подачи воды на дефлегматор и холодильник. Тут находится, здесь находится прокладочка. Также есть у нас кран. По нему есть вопрос, из какого сплава он сделан. Это не нержавейка, не медь, не бронза. Это какой-то легкий сплав, который не магнитится. Вот такие вот краны у меня стоят на водопроводе. И со скважины, друзья, их полностью разъело. Они прям разваливаются. Не знаю, как поведет он себе, конечно, с кислой средой, с брагой. Тем более с горячей, с кипящей. Как он себя поведет? Я думаю, что придется его заменить. Либо нержавеющий, либо бронзовый. Также идут два электронных термометра. Один ставится в крышку перегонного куба. Второй ставится вот сюда в колено. Второй. Я их попробовал, они работают точно один в один. Температуру показывают изумительно. Тем самым вы можете контролировать начинающие самогонщики. Это для вас. И температуру в кубе, и, пожалуйста, вот здесь вот в поворотной трубе, это уже непосредственно пар, который идет до холодильника. Этим самым вы можете контролировать. Так, друзья, что еще у нас есть? Сейчас посмотрим в нашем жирном комплекте, нафаршированном. Так, мешочек. Мешочек. Сетка Патченкова. Ее здесь довольно-таки немного. Но с условием, что если вы будете накручивать между тарелочек, хватает как раз, как вы видите, на три пространства между тарелочками. Порезать, аккуратно накрутить. Если в этом смысл или нету, друзья, будете решать вы сами. Так что здесь, как говорят, каждый суслик агроном, каждый перегоняет так, как хочет. Так, есть у нас уже здесь гидрозатвор. Этот перегонный куб не предназначен для перегона, как некоторые, для сбраживания, как некоторые есть перегонные кубы. Так что это просто в подарок куда-то ставить. Я, конечно, ими не пользуюсь. Не пользуюсь, поэтому не знаю, пригодится он мне или нет. Так, здесь у нас шланг ПВХ для воды, для водички, 10 миллиметров, 10 миллиметров. Здесь мне кажется, что свободно одевается, свободно снимается, не знаю, нужно ли так, подойдет ли оно, добавит, то есть зажмется ли хомутиками, посмотрим, будем смотреть. Убираем его сюда. Что у нас еще есть, друзья мои? Здесь же есть у нас фум-лента для наматывания, подкручивания для резьбовой части крана. Есть у нас, что-то я вот это вот и не понял. Здесь набор трав и специй для глитвейна. Ну это как бы в подарок. Вино у нас сухое есть, виноградное, поэтому попробуем сготовить глитвейн. Для интереса. Для интереса. Так, и еще в конце, в самом... Такая немаловажная вещь, как два пружинных хомутика, друзья. И это на холодильник. Так как наш набор, самогонный аппарат, идет бюджетный, просто с холодильником, то здесь именно два хомутика. При использовании дефлегматора и холодильника, друзья, необходимо будет докупить пружинчатых вот таких вот пружинных хомутиков, для того, чтобы разделить. Я считаю, если работать с дефлегматором, то необходимо холодильник отдельно, вход дефлегматор отдельно. Поэтому нужно два тройничка будет на разделение воды при входе и уже сбор воды при выходе. И необходим будет игольчатый клапан на дефлегматор. Все-таки должно работать, должно работать вода холодильника и дефлегматора отдельно. Поэтому напор воды нужно регулировать маленьким краником. Для этого как нельзя лучше подойдет игольчатый кран. Так, ну если купить хомуты, кран игольчатый и два тройничка, получится в районе где-то еще плюс 700 рублей. Так что, друзья, вот такой вот набор. Набор сделай сам.
или собери сам для своего удовольствия, делай с удовольствием. Нам представил производитель на обзор. Я считаю, что аппарат достойный, бюджетный. Даже согласитесь, в таком варианте, как просто с тарелочками чешуйчатыми, стеклянная царга, это уже, конечно, что-то, что-то. Это уже намного лучше, я считаю, чем некоторые другие. Ну, не знаю, на обзоре только вот один был. Мы его попробуем во всех режимах. Попробуем его на скорость, как он на подстиле будет. Естественно, подстил производится, снимаются тарелочки, просто подстил напрямую будет, без дефлегматора. Потом попробуем, друзья, уже попробовать наши тарелочки, как будут, барботаж будет происходить с дефлегматором и с переходом на холодильник. Ну и третий раз, не один и тот же, конечно, заброд, а третий вариант мы проэкспериментируем, это перегон уже с удлиненной вот этой царгой, полностью, полный комплект, полностью. Так что будем пробовать, друзья. А вам, кто пожелает приобрести такой вот самогонный аппарат Organic 2, я оставлю ссылочку под описанием. Вы можете перейти на страничку производителя, выписать. Кстати, прекрасно, домой доставляется транспортной компанией, деловые линии. Можете в пункте получить его, можете получить прямо дома. Так что решать вам. В принципе, друзья, я поверхностно рассказал вам об самогонном аппарате Organic 2. Все, что здесь есть. Все остальные детали докупаются элементарно. Модульный бак можно покупать не один, можно купить два. С него вы сделаете уже 35 литров. Самогонный аппарат этот работает на всех видах плит, как на электрических, индукционных, так и на газовых. На этом я, друзья, закончу свой обзор. Так что гоните самогон сами, гоните самогон с нами, гоните самогон лучше нас. Всем пока-пока. Спасибо за внимание. Всем пока.